Поехали. 5, 6, 7. И. Раз. И. Ой! Когда вы даете ребенку творчество, вы даете ему жизнь. Николай Реутов. Балетмейстер, хореограф, педагог по пластике. Постановщик танцев в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Понятно? Знаю, что непонятно. Андрюха, давай. Давай, я вам покажу сейчас. Думаю, что заниматься творческим развитием ребенка самое главное, самое важное, обязательно. Я считаю, что это обязательно. Иначе как бы мы потеряем культурный слой. А это самое страшное. Потому что, потеряв культурный слой населения, культурный слой детей, мы обедняем себя. И ты так в жизни бегаешь? Ты как в жизни бегаешь? Ой! Опа! Да, потом дальше они могут заниматься чем угодно. Плавать, бегать, летать, строить, копать. Все, что хотите. Но у них должно быть что-то в сердце заложено. 5, 6, 7. Ну, просто будет внутренний запрет. Это возможно сделать, и я в этом глубоко убежден, это возможно сделать только, когда в ребенке есть культурное воспитание, творческое начало. Это задача взрослых. Пожалуйста, дайте ребенку творческого воздуха.